Бойовые учения на границе с оккупированным Крымом провели украинские спецслужбы. Сотрудники СБУ вместе с пограничниками отработали сценарий задержания диверсионной группы противника. Учения прошли на одном из контрольно-пропускных пунктов. В маневрах приняли участие более 100 бойцов из Херсонского и Бердянского погранотрядов, а также оперативники СБУ. Главной задачей учений была отработка плана блокирования границы с полуостровом и задержания нарушителей. Отрабатывался и сценарий освобождения заложников.